Привет, а ты что здесь делаешь? Привет. Чего хотела? Поговорить. С тобой уже все решили. Ну, просто появились некоторые обстоятельства. Слушай, мне сейчас реально не до этого. Максим, это очень важно. Мы с тобой уже много раз все обсудили. Максим. Я сказал, все. Максим, это очень важно. Тебе сказал, я не хочу, типа, опять все это начинать. Я все уже сказал. Максим, зайди. Владимир Михайлович, здрасте. Здрасте. Максим, твой папа пришел. Я смотрю, вы тут не скучаете. Ну, папа, я думал. Ты думал? Каким местом вообще ты думал? Ты о сессии вообще вспоминаешь? Папа, опять? Опять. И вообще подумай, кем ты вырастешь? Извините, пожалуйста, вы не подскажете, где 207-й кабинет, гинеколог Борисов? Следующая дверь налево. Спасибо. Можно? Садитесь. Слушаю. У меня 7-я неделя беременности. Сейчас посмотрим. Я думаю сделать аборт. Аборт. Аборт, знаешь ли, это тебе не в баню сходить помыться. Там могут быть последствия. Онкология. Осложнения при будущих беременностях. Может быть, что там? Может быть, даже бесплодие. Так что гарантии тебе никто не даст. Я не знаю, что еще делать. А что парень твой говорит? Мы расстались. И он не знает. Ясно. Ну что, впрочем, Женя, какие твои годы? 30 до конца не уверена. Вдруг потом действительно детей не будет. А с другой стороны, как сейчас? Да успеешь еще. Замуж выйти, детей родить. Все будет. Может, еще подумать. А вот думать надо было раньше. 7-я неделя. Я пишу тебе направление. В 10 утра завтра придешь ко мне, сделаем операцию.
Все будет нормально. Здесь памятки, все, что нужно взять с собой. Ты можешь идти. Так. Есть у тебя одна проблемка. Проблемки твои около 5 недель. Все порешаем. А последствий не будет никаких? Я читала, побочки могут быть какие-то. Выпьешь таблеточку. И все из тебя выйдет. Потом на контрольную УЗИ снова придешь. Просто разные истории в интернете написаны, знаете. На заборе тоже написано. Согласен. Подпиши. И оплати квитанцию. Мне в кассу сейчас, да? Да, потом ко мне за препаратом. Вот сюда проходи, располагайся. Скоро тебя вызовут. Разве не вы все будете делать? Нет, дежурный хирург. Вы очень хороший специалист. Вот, подписывай. Так, ну желаю, чтобы хорошо прошла операция. С возвращением, Владимир Михайлович. Как самочувствие? Нормально. А что случилось? Вас привезли в стационар без сознания. Подозрение на инфаркт. Угораздило. Но привезли вовремя. Вам сделали коронарное стентирование и восстановили работу кровоснабжения левого желудочка. Так что сейчас сердце работает в стабильном режиме. Получается, с того света вытащили. Да. Скажите, как нам связаться с вашей женой и с детьми? Не надо ни с кем связываться, мы не общаемся. А внуки? Внуков нет. Ясно. Где мои часы? А у дежурной там же, где все ваши вещи. Часы моего отца найдите, часы принесите. Они у дежурной, там, где все ваши вещи. Вам сейчас лучше не разговаривать. Отдыхайте. А как, кстати, Морозов из 315-й? Гораздо лучше. И пессимизм ушел. Сереж, Сергей уснул, что ли?
Нет, работаю. Кому ты что хочешь доказать? У тебя сколько? 18 операций в этом месяце. Ну, как минимум, что я не зря пришел на этот мир. Угу. Да и больных много. Их всегда много. О себе тоже нужно подумать. Да мы все уже распланировали. Отпуск, Алтай, горы. Так, мужчина, сюда пациентам нельзя заходить. У меня важный вопрос к доктору. Все в порядке, это наш коллега. Владимир Михайлович, проходите, присаживайтесь. Я как раз заканчиваю с вашей выпиской. Да. При чем здесь выписка? Сергей, где мои часы? Я уже 3 дня не могу их допроситься. Я понимаю. Понимает он. Вы все тут понимаете. Эти часы мой дед еще при императоре носил. Да, вы говорили. Это семейная реликвия. Олесь, принеси, пожалуйста, часы, они на регистратуре. Все в порядке. Мы нашли ваши часы. Простите, получилось небольшое недоразумение. Они оказались в личных вещах другого пациента. Сейчас. Знакомый стишок. 28 лет назад он спас мне жизнь. Вот ваши часы. Спасибо большое. И ваша выписка. Желаю скорейшего восстановления сил. Может, я вырасту, стану врачом, средства найду от тяжелой болезни. Мир от опасности будет спасен. Что в наше время быть может полезней? Или учить буду в школе детей, или писать интересные книжки. Пусть добротой зарядятся моей все на планете девчонки, мальчишки. Стать и пилотом отважным готов и бороздить покоренное небо. Чтоб на бортах этих воздушных судов каждый попасть мог туда, где он не был. Или экологам землю спасать, чтобы леса покрывали планету, чтобы потомки могли мне сказать доброе слово когда-то за это. Буду я строить дороги, дома, парки, зеленые школы, больницы. Пусть и пока, как горошинка мал, сможешь ты мною когда-то гордиться. Кем бы не стал я, чего б не достиг. Знай, мама, мною ты сможешь гордиться. Дай мне прийти в этот мир в нужный миг. Милая мама, позволь мне родиться. Милая мама, позволь мне родиться. Боголюбова, приготовиться! Thank you.